Приветствую вас. На мой взгляд, мужчина боится с вами сближаться. На мой взгляд, мужчина просто не хочет с вами сближаться. На мой взгляд, человек опасается этого, и с одной стороны, он и не против был бы с вами как-то пообщаться, да, и по контактировать и поговорить. А с другой стороны, он явно чего-то боится, да, и чего-то опасается. Вот, и это его останавливает. Может быть, нерешительность, может быть, недостаточная мотивация, может быть, что-то еще. А вы его знаете лучше нас, вы знаете своего мужчину лучше нас, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл, чтобы именно вы для себя как-то решили этот вопрос, связанный с тем, значит, что, ну, насколько адекватно ведет себя ваш муж, да, насколько хорошо он себя ведет, вот, насколько правильно он себя ведет, да, насколько естественно он себя ведет. И, соответственно, если вы его поведение считаете, ну, допустим, неадекватным, да, вот, если вы считаете его поведение неадекватным, то, соответственно, и реагировать на него, на поведение, ну, стоит так же, вот. То есть я вот в том смысле, что вам ни в коем случае не нужно терпеть там и так далее, да, вам ни в коем случае не нужно подстраиваться, как вы говорите, вот. Вам ни в коем случае не нужно, значит, как-то, ну, пересиливать себя, да, вот, потому что ничего хорошего из этого, ну, не получится, вот, да, потому что вы все равно будете недовольны, вот, ситуацией в целом. Да, вы все равно будете недовольны. Так или иначе. Вот. Такая история. Такой момент. Вот. И, в общем-то, ну, совершенно очевидно, да, что выстраиванием отношений, значит, занимаются оба, как бы, а ваш муж, судя по тому, что вы говорите, да, ваш муж, он явно не настроен. Явно не настроен на то, чтобы вот, ну, выстраивать с вами отношения. Такая вот история. Такой вот момент.
Поэтому я думаю, так можно вам ответить. Другой вопрос заключается в том, почему вы хотите наладить с мужем отношения. То есть, как бы он вам, в общем-то, высказал совершенно, ну, совершенно очевидно, так сказать, послание, что пока не готов, да, вот, к тому, чтобы выстраивать с вами отношения. Вот, вы продолжаете на него давить, как будто бы. Вот. Значит, с какой целью? Что вы хотите? Да. Вот. То есть, определитесь для начала со своими желаниями, а там дальше, в принципе, уже будет все более понятно и вам, и психологу будет более понятно, чем можно вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.